Как говорил капитан Стейси, большая рыба хорошо идет на малька. Если я найду сотовую вышку и подключусь, то услышу все разговоры. Это мой лучший шанс добраться до этого Кэрэдайна. Похоже, я не смогу подключиться к вышке, пока не вырублю все защитные системы. Ух ты! Надо переходить на этого провайдера. Алфабет Сити. Говорите. Зачем тебе пушки? Ведь ты у нас вроде поджигатель. Ага, только сейчас время такое, все при стволах. У нас спичка не чиркни, чтобы какой-нибудь урод не начал в тебя палить. Ладно, понял тебя. Иди в проулок за клубом Джизи Джонни. И учти, только налом. Ха, это мог быть Кэрэдайн. Паучку пора поклубиться. Человек-паук снова доказал, что... Позволю, чтобы он снабжал улицы оружием. Паук! А давай не будем драться. Ладно, так и быть. Давай подеремся. Выкини улики. Как ты? Молотова! Твой ход, паучок! Погонишься за нами, они сгорят. Спасибо тебе, паук. Не за что, Стэн. А как вы... А может, позвонить в Daily Bugle? И все рассказать Джеймисону? Ха, не стану вам мешать. Счастливо. Надо заглянуть в магазинчик, проверить, как там Стэн. Где я? Пить.
Питер? Привет, Стэн. Наконец-то, верный адепт. О, я не видел тебя здесь с тех пор, как... У меня слов нет. Твой дядя Бен. О, я соболезную. Ох, какой был человек. Он был лучший. Спасибо. Спасибо. Как раз вспоминал, как мы приходили сюда вместе. После того, что я у вас дома устроил, мне было очень стыдно. Это дело прошлое. Ну что, найти тебе что-нибудь, такой крутой Марвел, чтобы сердце снова забилось? Нет, я просто так зашел. Но я еще вернусь. Все ясно. Захочешь поднять боевой дух, я буду здесь. Человеку, который рассекает по городу в костюме паука, и вправду нужен качественный дезодорант. Эта волна преступлений беспокоит меня. Здесь находится бесценный предмет искусства, не говоря о моих вещах. Я сказал, с мясом. С каких это пор? С мясом, значит, с шампиньонами. А я такая, ага, а она такая, угу, точно, точно. Это Кэродайн, что нужно? Стволы, друг. Тут совсем жарко, понимаешь? Нам нужны серьезные пушки, и мне сказали спросить у тебя. За баром Нуна через 2 часа. Нравится. Считать будешь? Думал, ты мне веришь? Шутник. Эй, что это еще? Стоять! Скорее! Пошла. Заложница. Уходим! Ты больше никого не убьешь, обещаю. Я тебя заткну! Да успокой ты ее! Я вас обоих обещаю! Я знаю, дядя Бен. Главное, заложники. Вы ранены? Напугана! Найдите его!
Если я не догоню Кэродайна, он уйдет. Обещаю, дядя Бен. Обещаю, на этот раз ему не уйти. Что? Парень? Он не мог далеко уйти. Боже мой! Тетя Мэй об этом рано или поздно узнает. Я хочу, чтобы в эту минуту кто-то был с ней рядом. Турбоускорение! Паутину кинуть. Лучше мне пойти домой, а то тетя Мэй всю полицию на ноги поднимет. Человек, убивший дядю Бена, мертв. Я должен был бы немного успокоиться, но я вовсе не спокоен. Совсем нет. Полиция подтвердила, что в городе действует серийный убийца с уникальным почерком. Он убивает убийц. Последняя жертва — Деннис Кэродайн, убийца и торговец оружием. Кэродайн опознан как тот, кто стрелял в Бенджамина Паркера в Квинсе в прошлом году. Некоторые жители Нью-Йорка очень рады, что кто-то убирает опасных преступников с улиц. Что, кто-то взялся за уборку мусора? Удачи им, вот что я скажу! Однако полиция заявила, что этот убийца – угроза для всех. Этот гражданин – опасный психопат. Он всегда действует с исключительной жестокостью и кровью, ставит инициалы КК как подпись. Увечья настолько ужасны, что потрясены даже опытные офицеры. Эта подпись и невероятная жестокость преступника заставили власти назвать его «карнаж-киллером». Просьба ко всем свидетелям обратиться в полицию. Уитни Чанг для Daily Bugle News Network. Ужасно. Но, слава богу, с этим покончено. Тот, кто отнял у нас Бена, больше никому не причинит зла. Теперь мы можем жить дальше. Питер, что случилось? Тетя Мэй, дело в том, что я рад его смерти. Я знаю, это плохо. Ты рад, что плохой человек больше никого не тронет. Это другое. Ты рад, что убийца получил по заслугам. Это совершенно нормально. Я знаю. Просто я... Тебе жаль, что это не ты совершил правосудие. Да. Бен хотел совсем не этого. Он хотел, чтобы ты работал, учился, закончил колледж. Всего, что ты сделал. Где бы он ни был, он гордится тобой. И я тоже. Ты слышала, Уитни Чанг? Некоторые благодарны карнаж-киллеру. Я их во многом понимаю.
понимать и одобрять разные вещи. Ты ведь не рад, что этот карнаж-киллер на свободе, правда? Ты хочешь, чтобы его поймали, не так ли? Да. Да, хочу. И его поймают. Тетя Мэй, сделай погромче. Горячие новости о захвате заложников в Аскорб. Вооруженные люди держат сотрудников под дулом пистолета. О, нет. На записях с камер видно, что их главарь – рецидивист Герман Шульц. Шульц? Что? Гвен, она работает в Аскорб. Вряд ли она там, уже поздно. Нет, но я должен убедиться. Ха, хорошая мысль. Я всегда говорила, что вам не следует расставаться. Ложись, не жди меня. Я всегда жду.